Идеальный порядок прокачки трицепса. Тренировать мышцы трицепса можно как угодно, однако есть одна проверенная профессионалами схема, дающая возможность обзавестись огромными руками без ненужной нагрузки на суставы. Она заключается в следующем. Сначала тренируйте трицепсы с помощью отжиманий или упражнений типа разгибания. Многие жалуются на боли в локтях, когда выполняют разгибание рук лежа или на скамье с гантелями. Серия отжиманий или разгибания рук в тренажере наполнит кровью ваши локти и трицепсы. Разогрев руки, вы сможете делать разгибание без сопутствующей боли. Примечание. Трицепс – мышца большая и сильная, состоящая из трех отдельных пучков. Поэтому выполнять разгибание нужно как обычным прямым хватом, так и обратно, на верхнем и нижних блоках. Так можно разогреть трицепсы максимально эффективно. О вариантах выполнения этого упражнения и о том, почему наука считает разгибание на блоке одним из лучших упражнений, следующим шагом выполнять упражнение по типу погружения. Сюда стоит отнести отжимания на брусьях или в тренажере. Их необходимо выполнять с большим весом, кроме обязательного разминочного подхода 20 повторений со своим весом. Поэтому будет логично делать эти упражнения вторыми в программе. Примечание. Делая акцент на трицепсы при опускании, следует удержать руки поближе к туловищу. В стороны локти разводить не надо. При сгибании они должны быть направлены точно назад. Ноги спортсмена остаются прямыми, подбородок поднят, допускается лишь минимальный наклон вперед. Закончите растягивающими упражнениями. Наконец, мы перешли к тому моменту, о котором говорили в первом пункте. Французский жим лежа или сидя с Z-грифом идеально подходит для решения поставленной задачи. Упражнение сильно растягивает длинную головку трехглавой мышцы и является замечательным финишером в тренировке трицепса. Это лучшая последовательность упражнений, которая дает возможность накачать трицепс и сохранить при этом локти здоровыми, ибо мышечная масса – это, конечно, круто, но жизнь без травм круче во много раз. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!